Здравствуйте! На Первом канале «Вечерние новости». С вами Андрей Ухарев. Мужественный и очень талантливый человек с открытым сердцем и стремлением рассказывать правду о происходящем. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Тысячи людей пришли на церемонию в телецентр «Останкино». Удары по правительственным зданиям, школам и гостинице. Донецк подвергся одному из самых ожесточенных обстрелов за 8 лет. Много погибших и раненых били американскими гаубицами и из «Хаймерсов». Расправа над бронзовыми фигурами советских воинов. В Риге начался варварский снос мемориала солдатам-освободителям. Людей, пришедших выразить несогласие, жестко разгонял латвийский спецназ. Расчеты переведены в рубли, а санкции не помеха. Все запланированные проекты будут реализованы. О перспективах развития ВЭП-РФ. Большой разговор президента с главой госкорпорации. Адаптирована под новые штаммы коронавируса. Разработчики вакцины «Спутник Ви» заявляют, что препарат показывает отличный результат против омикрона и дельты, сводя к минимуму любой риск. В Москве сегодня простились с Дарьей Дугиной. На траурную церемонию в телецентре Останкино пришли тысячи человек. Родственники, друзья, коллеги. Все те, кто хорошо знал ее, и те, кого смерть девушки не оставила равнодушным. Военный корреспондент, политолог, человек с четкой гражданской позицией, о которой она заявляла открыто. Дарья была настоящим патриотом и делом доказывала, что это значит, потому что искренне любила Россию.